Иду прогревать машину. Время сейчас зима. Примерно начало 9-го. И на улице, сейчас покажу, температура минус 24 градуса. Машина стояла на морозе примерно с 10 часов вечера. Прошло где-то 10-12 часов. И сейчас будем прокручивать стартер обычным способом. В прошлом году заводилась машина и при минус 20, и при минус 30. Включили питание автомобиля Nissan. Здесь есть датчик аккумулятора. Аккумулятор, конечно же, заряженный, но при морозе подмерзают клеммы и не дает прокрутить стартер замерзшая клемма. Вот мы слышим только щелчки. Что в этом случае делать? Это включить печку на полную. Я включаю на подачу воздуха двигателю. И где-то при включенном питании автомобиля подержать включенную печку от 5 минут. Так как стрелочка должна находиться на цифре 12, она немножечко меньше. Прогреваем автомобиль печкой. Итак, ребят, время начала 3-го. Машина с утра не поддалась, когда было 25 градусов мороза. Сейчас на градуснике потеплело. И температура около 13 градусов мороза. Заводим машину без всяких вспомогательных средств при данной температуре. Включаю питание автомобиля и начинаю прогревать. Вот мы видим, что машина завелась. На улице сейчас солнечная погода, поэтому один из практических советов в зимнее время, когда идет резкий перепад температур, а он в 2016 году, особенно в ноябре и декабре в Белгородской области, был частенечко, то лучше аккумулятор снять и поставить дома в теплом помещении, чтобы он не охладился и чтобы вы с утра завели свой автомобиль. На Nissan в нормальном состоянии батареи прогретой должна быть стрелка за цифрой 12. Тогда без проблем машина заведется при любой отрицательной и морозной температуре. Пример датчика. И сейчас мы заведем автомобиль. Все сделалось очень быстро.